Всем привет, вы на канале Nelfabit. Сегодня мы поговорим с вами о проекте Pulse. Децентрализованные финансы, или сокращенно DeFi, получили массовое распространение в криптопространстве. Популяризированная Uniswap, DeFi предлагает множество новых децентрализованных финансовых процессов, что делает его сегодня фаворитом для всех людей. Рынок DeFi в настоящее время продолжает расти, его капитализация уже превысила отметку 1 миллиард долларов. К сожалению, в настоящее время DeFi все еще недоработан, потому что различные новые платформы предлагают те же функции, что и предшественник Uniswap. Pulse — это новый проект, который не только принимает старую систему DeFi, но и улучшает ее, создавая структуру, которую можно использовать в долгосрочной перспективе. Что такое Pulse? Pulse — это экосистема с протоколом обмена Layer 3, основанным на технологии блокчейн, где их экосистема предлагает децентрализованную концепцию для подключения всех к DeFi, особенно инвесторов и ранних последователей. Интегрированный интерфейс Pulse позволяет владельцам проектов запускать аукционы ликвидности для своих проектов и управлять ими. Инвесторы и ранние участники также имеют возможность открывать для себя новые прозрачные проекты через платформу Pulse. Основываясь на технологии Ethereum блокчейн, Pulse создает долгосрочную структуру, которая максимизирует потенциал DeFi с помощью полностью децентрализованного аукциона ликвидности. Видение состоит в том, чтобы облегчить взаимодействие через их платформы за счет межсетевого взаимодействия с помощью технологии блокчейн, что в свою очередь еще больше укрепит принятие и ценность DeFi в криптопространстве. DeFi по-прежнему имеет проблемы с масштабируемостью, которые сегодня часто встречаются на различных других платформах. Большинство существующих сегодня платформ сложны в использовании и неэффективно ограничивают возможность входа новых пользователей в DeFi. Кроме того, смарт-контракты с ошибками небезопасны, потому что они плохо написаны и не проверены. Чтобы решить эту проблему, Pulse использует React Native, чтобы сформировать основу пользовательского интерфейса платформы Pulse, который является гибким, легким и безопасным вместе с интуитивно понятной структурой информационной архитектуры для эффективного и безопасного UX. Благодаря Solidity, на котором основаны внутренние смарт-контракты Pulse, это обеспечивает оптимальную безопасность и обработку. Наконец, Pulse является пионером долгосрочного бизнеса в DeFi с более широким охватом рынка с помощью первого протокола обмена Layer 3. Pulse токен — это собственная валюта в экосистеме Pulse. Этот токен будет использовать технологию Ethereum блокчейн, которая оснащена смарт-контрактом, который облегчит различные процессы, поскольку процесс является автоматическим и снижает затраты. Владельцы ранее участвовали Участники получат различные преимущества, когда у них есть этот токен, такие как доступ к эксклюзивному пулу и лучший коэффициент обмена. Держатели также могут делать ставки и получать пассивный доход, который безусловно повлияет на спрос со стороны POS, потому что помимо того, что они являются инструментом транзакции в экосистеме Pulse, они также могут получить поощрение или пассивный доход, как я упоминал ранее. Как по мне, это очень интересно, потому что представляет концепцию протокола уровня 3, который обеспечивает улучшение по сравнению с различными существующими платформами DeFi. Они также допускают различные новые проекты, которые могут предлагать свои продукты через Infusion DeFi Offerings, через первоначальный взнос в ликвидность. Это позволяет владельцу проекта получить лучшую ликвидность для реализации предлагаемых им концепций, а также предоставит инвесторам преимущества в качестве реальных последователей и получить больше стимулов. Проверенные смарт-контракты также обеспечивают чувство безопасности для своих пользователей, и я лично рекомендую вам стать частью этого потенциального проекта. Вы были на канале Nelfabit, спасибо за просмотр.